Мы имеем. Так, еще что мы имеем? Установки. Нет, а что? Это что, на самом деле? Мы их можем снести вам достаточно быстро. Ну что вы смеетесь? Вот вы просто, есть молодые, есть кто постарше. Вот те, кто постарше, они знают, что у них было куча всяких разных установок. Они себе. Я был председателем совета дружины. Комсоргом, понимаете? Ленин всегда молодой был в моей жизни, несмотря на то, что он труп там лежит. Понимаете? Потом взяли и снесли все. Это можно снести, ничего не произойдет. Если у вас одна установка поменяется на другую установку, ничего не случится. Это не на самом деле. Это иллюзион. Да?